Россияне, смотрите, опять я уже возвращаюсь к теме. Ambulance, скорая помощь. Посмотрите, все стоят. Вот, смотрите, сколько трафика, сколько машин. Девчонки за рулем, прикиньте. У вас женщины за руль в каком году сели? 1990? Смотрите, машинах, на машинах спасали жизни. И вот, посмотрите, бас-кондакты. Девчонка бас-кондакты, да, ну, прекрасная пальтишка, все такое, да, не знаю, там что для нее, сумка, головной убор, ну, посмотрите на ее обувь. Вы представляете, чтобы у нас в 1915-м ходили в такой обуви, или в 25-м, или в 35-м, или в 45-м. Или 55-м, или 65-м, или 75-м. Никогда у нас бас-кондакторы не ходили. У нас-то бас-кондакторы вообще в каком году появились? Россияне, в каком году у вас появились автобусы? Дороги в каком году у вас появились?